Второй этаж, первый этаж, третий. Ничего не постепенно, чтобы они там поджечь, выкурить. Они там сидят вот в этом здании прямо? Сейчас не знаю. Далее. Вот они, скорее всего, уже убежали. Там никого нету? Если надо, подождем. Погоди. Этого здания свою группу и с той стороны в подъезд заскочить. Но одного отправь, можно ли туда зайти посмотреть. То есть можно ли зайти. Да, двоих оставь. Двоих, потому что здесь нереально двоих отправь. Аккуратно, пенни сюда вот, до угла, давай, там вот уря шиши. Да, с той стороны в подъезд зайдете, если там много дыма, то не надо, выходите просто оттуда. Разведки, а вы лишь и курбана, это вешу. Первый подъезд горит. Командир, первый подъезд горит. Ну все, значит, тогда людей оттуда собрали. Сейчас будем подходить на 70-й. Давай, погнали. Погнали? Я крою, смотрю. Там на углу в окно гранат. Временная остановка, буквально 200 метров до школы, которая считается штабом Азова, официальным штабом Азова. Там дальше детско-юношеская спортивная, что такое школа. На кадрах видеосъемки с коптера видны две гаубицы или пушки Д-30. В общем, побитая техника их стоит. Вот, пятиэтажки. Сейчас вот их зачистили, к сожалению, они горят. Местные жители, получается, лишились имущества. А лишились имущества они, потому что здесь засели азовцы и ранили нескольких наших бойцов. Давайте, вот там проход дальше, за угол забегаем пока.